Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт на сервере Black Dragon. В принципе, я что-то затупил в предыдущем эпизоде. Я не знаю, что я хотел. Но, короче, я забыл. И капут, как я забыл. Старик уже, наверное, эволюционирует с водным камнем. А я на него ракен не потратил. Во, я затупил. О! Честно говоря, извините, дорогие друзья, у меня просто с головы это вылетело, что... Она же с водным камнем эволюционирует. Я думал, я что-то забыл и просто думал, она обычно с уровнем эволюционирует. Если бы я знал, я бы ее сразу прокачал. Во, я в капут я забыл. Извиняюсь, дорогие друзья. Ну, теперь вообще красавица какая, да? Синяя такая. Да иди сюда. С розовым или более такой... Не знаю... Не знаю, как это назвать этот цвет. Так, давайте сейчас, давайте покажу свой замок. Я еще, конечно, его не доделал, но... Так, возьмем, давайте кирпичи, возьмем вот этого, возьмем и вот этого, чтобы было... Возьмем и вот этого. Немножко уголька. Я не знаю, этого, наверное, не нужно. Давайте пойдем, я быстренько покажу свой замок, что там и как. Ну, ничего там такого не изменилось. А капут, у меня тут 4 мастерболов, у меня еще в сундуке 7 мастерболов. Ни хрена себе. 11 мастерболов. Я что-то как-то даже не знал, если честно, что у меня столько мастерболов. Капут. Вот понастраивали тут еще что-то, как я заметил, да? Какие-то беседки тут, что-то такое. Вот тут городочек такой прикольный, я уже смотрел тоже. Так. Замок, мой замок. Вот там мой замок. Я тоже давно, говорю, я там уже не был давно. Сейчас мы пойдем посмотрим, что и как там. В принципе, ничего, да, не изменилось там. Так, вот мой домик, вот мой домик. Красивенький такой, да? Строил я его, конечно же, долго. Тут у нас пуки-центр. То бишь, вот это. Так, давайте мы... Вот, поставим вот сюда. Венозар у нас уже прокачанный. Кто у нас не прокачан? У нас не прокачанный Пипл, да? Будем его качать. Так. В принципе, давайте вылечим покемонов. У нас же Рейкваза и Молтрес почти что уже умерли. Ох, как, 2 покебола, 2 ультрабола и 2 мастербола. Стоят так. Так. Давайте. Что тут у нас? Ну, тут у нас зачарование. Я уже, наверное, показывал. Такая прикольненькая. Так. Давайте сейчас давайте побежим в домик. У меня есть одна идея. Не знаю, сейчас ее делать. Я хочу себе сделать какой-то подземный бункер. У меня есть такая идея. Ух, рестарт сервера. Потому что иногда такое бывает, дорогие друзья, что... Ну, бывает, да. Потом, наверное, я все это сделаю. Сейчас что-то я... Как-то не очень хочу делать это все. Потом, наверное, сделаю. Так. Потому что нужен бункер, так как есть баги, что люди могут пробираться в чужие дома, даже если они запривачены через вот этих всех покемонов. Вот это бесит. Ну, есть такие люди, которые, ну, преследуют, можно и так сказать. Просто, знаете, хочется там посидеть одному, да, например, там в доме. Есть люди, которые через баги там пробираются в дом и стоят и смотрят тебе в лицо. Вот так станут, тычутся. И понимаешь, что это там какой-то означает мир, да, что такое, что смотрит там вот так, на шив встает, вот так, типа показывает мир, да. Но это, ну, вы себе не представляете, дорогие друзья, не знаю, как вам, но меня это нереально бесит. Когда так встают и просто в лицо вот так тычутся, впритык подходят. Это меня иногда так бесит. Извините, но это действительно иногда
раздражает, когда вот такое делают. Кстати, тут у нас, так что, дорогие друзья, ну, в принципе, я не говорю, что это плохо, что это еще что-то, ну, просто иногда действительно, ну, просто раздражает, когда встанут и впритык будут стоять и смотреть тебе в лицо. Я понимаю, иногда можно, да, подурачиться, но когда говоришь, там, хватит, да, все, то хватит. Хорошо, подошли там, поздоровались, да, мир, все, привет, чувак, как там дела, как там жена, семья, да, все отлично. Но когда они так стоят по полчаса, и знаешь, ты хочешь убежать куда-то в другое место, они за тобой идут. И будут за тобой бегать, 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 и просто смотреть тебе в лицо. Я говорю, что прикольно, но иногда, дорогие друзья, вот этого хватит, вот этих, типа, всяких тыканий в лицо, иногда... Это действительно бесит, так что извините, дорогие друзья, но... Так что вот так, да. Ах, кстати, пиплуп наш эволюционирует в принтлупа, да, вроде. Да, принтлуп. Давайте, давайте, в лицо тебе подпичимся, на! Ах. Меру нужно знать, можно так сказать. Нет, я ничего, дорогие друзья, не говорю, я ничего против не имею этого всего. Ну просто когда вас просят, отойди там чуть-чуть, знаешь, там. Ну, все, поздоровался, все, отлично. Привет, привет. Когда им говоришь, а он еще, наверное, назло, знаете, люди есть такие, которые назло будут еще ходить и тычется тебе в лицо. Или просто не понимают, что их нормально просят. Я не знаю, дорогие друзья, но. Иногда это как-то честно. Так, что там у нас за дом? Пойдем посмотрим. Я этого еще не видел. Ух ты! Я вижу, тут люди замка понастраивали. Давайте, давайте мы шпионами будем. Если там, конечно, не закрыто. Ну, через зарт лагучий. На крышу лети. Во, капут. Пока на этом черезарде долетишь, куда тебе нужно, сдуреть можно. Так, уютенький такой домик. Так. Ну, прикольный, прикольный дом. Ничего не говорю. Еще какая-то комната. Там, наверное, шахта, да? Ладно. У нас вот так. Так, Черезар, давай, я не знаю, куда мы полетим сейчас. В принципе, наверное, на этом уже можно закончить. Сейчас заговариваюсь. Давайте полетим мы домой. Тут у нас, ну, понятно, что ничего не изменилось. Я взял твою мать, что я говорю вообще. Я взял ресурсы, но что-то вот так ничего не построил, так как, не знаю, пока что нет желания что-то строить. Так. Так, вот эти сундуки, я не знаю, как это убрать. О, это можно убрать, это нет. Это нет, потому что это запривачено. А, так, ладно, давайте это, вот это выкинем и вот это выкинем. Итак, давай, дорогие друзья, на этом уже закончим. Сейчас я вот это поставлю вот сюда. Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем эту серию. Давайте закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.